С вами о вас будем говорить, о вашем будущем в компании LR, о будущем компании LR. Сегодня мы с вами затронем те темы, которые позволят прежде всего вам осознать то, почему ваш успех с нашей компанией возможен, позволит вам не растерять мотивацию в процессе продвижения к тем целям, потому что ясно, что эта мотивация, она в конечном итоге всегда так или иначе под воздействием внешних факторов может меняться. Вот такая тема, как понимание будущего компании и какие возможности есть у вас, придают обычно эту мотивацию. И естественно, это то, о чем вам стоит говорить со своими партнерами. Это то, что нам стоит демонстрировать нашим кандидатам. Это то, что нам стоит напоминать каждый раз даже нашим ключевым партнерам и тем партнерам, с которыми мы развиваем бизнес уже не один год. Меня зовут Генрих Эрдман, и сегодня я проведу этот вебинар для вас, дорогие партнеры. Ну что ж, стартуем. В первую очередь хотел бы напомнить вам, что мы развиваем бизнес в той индустрии, которая растет постоянно. Эта индустрия растет каждое десятилетие. В среднем за десятилетие наша индустрия удваивается. И если мы говорим о динамике увеличения числа дистрибьюторов, которые приходят в компании прямых продаж, то это, конечно же, следствие привлекательности нашей индустрии. Это говорит о том, что люди здесь достигают успеха. Это говорит о том, что здесь то самое место, в котором мы можем реализовать свои мечты, реализовать свой потенциал, дойти до своей мечты, до своей цели. И, конечно же, растет и товарооборот нашей индустрии. То есть видение компании вне видения индустрии, конечно же, невозможно. Именно поэтому, когда мы говорим о компании LR, мы говорим о том, что эта компания будет расти, потому что она находится в растущей индустрии. Это стоит помнить, если вдруг вам показалось, что открытие какого-нибудь маленького кафе, ресторанчика, либо возврат на наемную работу, возврат к той концепции, которая не работает. Вот если вас будет гложить эта идея, то вспомните о том, что мы вырастем в два раза в тот момент, когда вы будете искать счастье в тех местах, которые в большей степени неоднозначны, если мы говорим о традиционном бизнесе, и абсолютно точно они приведут вас к финансовой свободе, если мы говорим о наемном труде. Ну а теперь давайте с вами также посмотрим, а с кем же мы в этой индустрии развиваем бизнес. Для начала посмотрим на то, к чему уже на сегодняшний день пришла наша компания. И то, что является фактом. Во-первых, компания LR является крупной производственной компанией. Это не просто компания, которая выпустила один продукт и заказывает его у стороннего производителя. Это компания, которая в своем ассортименте, как вы знаете, имеет сотни продуктов, которые пользуются спросом. И если бы наши продукты не пользовались спросом, то, конечно же, наша компания не могла бы расти на протяжении 30 лет, более чем 30 лет. Каждый год оборот компании увеличивается. Это невозможно сделать исключительно за счет приглашения людей в бизнес, потому что если продукты не работают, то ни один маркетинг-план не позволит компании расти ежегодно. Обычно такие компании растут несколько лет, а затем приходят к той, когда начинают падать и исчезают. Либо просто продлевает свою жизнь за счет перехода на другие рынки. Это крупная производственная компания. Это надежный, серьезный гарант. Это те люди, которые несут ответственность больше 30 лет за производство и за партнеров. 30 лет выплачивают деньги и другие бонусы. И 30 лет гарантируют качество. Это безупречная компания, как говорят наши партнеры, и как мне совсем недавно вот этот прекрасный термин подарила Светлана Гончарова, один из лидеров нашей компании. Компания с безупречной репутацией. Это лидер индустрии прямых продаж в Европе.
И это подтверждается тем призом, который компания подарила и присвоила. Это приз, который вручается лучшей компании прямых продаж Европы и вручается путем голосования тех же людей, которые находятся в этой индустрии. То есть те люди, которые работают в других компаниях, не дистрибьюторы, а создатели, руководители компаний, менеджеры других сетевых компаний, других компаний прямых продаж, в прошлом году присудили звание лучшей компании Европы компании ЛР. Это подтверждает и наш товарооборот, это подтверждает и то звание, которое получила наша компания. Больше, чем компания ЛР, ни одна компания прямых продаж на территории Европы не делает этого оборота. Помните об этом. И если это сработало в Западной и Восточной Европе, то это сработает и у нас. Это сработает в странах СНГ. Если это сработало в такой стране, как Чехия, если это сработало в такой стране, как Болгария или Греция, где не очень стабильное и серьезное экономическое положение, но компания является абсолютным лидером. Нет компании круче, например, чем в Греции, а вы знаете, насколько нестабильное и плохое экономическое положение в этой стране. И если это сработало там, то это сработает и у нас. Друзья, давайте с вами продолжим. И продолжим на той ноте, что это уже состоялось. Да? Это большая история на протяжении 30 лет. Но, может быть, наши рекорды и рекорды компании, они были когда-то, это может быть 20 лет назад было, или 10, или 5, абсолютно нет. Последние месяцы, вот просто я вам демонстрирую последние месяцы, компания стала взяла самую большую планку в своем товарообороте. В декабре прошлого года был установлен рекорд. Затем в январе, в феврале месяце мы видим увеличение товарооборота по отношению к предыдущему году. Это говорит о росте компании, это говорит о развитии компании. Мы говорим о том, что лучший месяц за всю историю существования компании – это март. И это рекорд. То есть вот он совсем недавно, компания LR установила рекорд по продажам, по производству продукции. Лучший апрель за все время, лучший май за все время. И мы видим увеличение и те рекорды, которые наша компания ставит месяц за месяцем. Рекорд и рекордный рост числа новых партнеров во всех странах СНГ. Во всех странах ЛР. Ну, значит, будет и совсем скоро рекорд во всех странах СНГ. И вы видите, как растут цифры. И это говорит о том, что концепция ЛР и особенно вот те улучшения, которые в последние год, может быть, вы стали замечать, а мы сейчас о них поговорим еще более подробно. Это говорит о том, что та линия, которую выбрало руководство, та работа, которую ведет Всемирный лидерский комитет, та работа, которую ведут руководители компании, лидеры, дистрибьюторы, это приводит к тому, что компания становится более привлекательной и в нее приходит самое большое количество людей. Май не лучший месяц для любой страны. Это месяц и праздников, и месяц, когда люди уже предчувствуют лето, но вы видите, что компания установила абсолютный рекорд по привлечению новых партнеров в нашу компанию. И эта тенденция, она растет и развивается. Мы прямо сейчас видим, как в первом квартале есть огромное количество людей, которые сейчас закрывают квалификации и растут. Только вдумайтесь, то, что прямо сейчас у нас появилось несколько новых президентов. Один президент, семейная пара, которые идут на квалификацию однозвездных президентов. Два вице-президента, 5 платиновых лидеров организации, золотые организации и так далее. Это происходит прямо сейчас. Это говорит о том большом росте, который сопровождает нашу компанию. Ну а теперь давайте поговорим о тех 5 годах, которые прошли у нас. Цифры я вам сейчас показываю российские, потому что это единственный рынок, который преодолел цифру 5 лет. И вот давайте рассмотрим, что произошло на нашем рынке. Да, весь объем продаж 90 миллионов евро. Лучшего старта, чем старт в России, чем старт в СНГ, не было ни в одной стране мира. Второй очень важный показатель, да, это количество партнеров. 250 тысяч. Я сейчас вернусь к этой цифре для того, чтобы вам кое-что разъяснить. Третье.
бонусы, которые были выплачены, больше 35 миллионов евро, которые партнеры могли получить. Естественно, что наши партнеры потратили их и на продукты, что опять задает новый тон оборота. У нас настолько грамотно составленная система, что люди прежде всего хотят пользоваться продуктами. И второе, естественно, получили теми вознаграждениями, которые заработали, которые заслужили. Мне кажется, потрясающие цифры. Теперь я хотел бы вам рассказать, что такое 250 тысяч. Вот есть люди, которые сейчас сидят и думают, ну все, кто-то сделал этот бизнес, кто-то пригласил 250 тысяч человек. Нужно понимать следующее, что даже если у нас стартовал один партнер из 10, которым мы давали информацию, а скорее всего у кого-то эта статистика лучше, и в среднем она может быть немножко другой, но давайте я возьму вот такую статистику, как 10 человек. Это значит, что только в России, мы сейчас берем только Россию, мы смогли рассказать 2,5 миллионам людей. Из 150 миллионов населения страны. Ну пусть даже если мы отбросим 50 миллионов, это дети, там взрослые, хотя эта категория, она чуть меньше должна быть. 100 с лишним миллионов людей. 2,5 миллиона. Даже если мы вот с таким темпом будем двигаться, то на следующие многие десятилетия вокруг нас будет всегда большое количество людей, которые не знают о том, что это такое. Мы с вами сейчас рассказали буквально одному по 1,5% людей в нашей стране, что такое ЛР. А какой объем у всего рынка СНГ? Если мы возьмем сюда Казахстан, Украину, Белоруссию, Армению, Киргизию, где сейчас компания развивает и помогает партнерам развивать бизнес. Потенциал просто огромный. При всех тех рекордах, которые мы сейчас поставили, при всех тех рекордах, которые мы сейчас имеем, мы говорим сейчас о том большом потенциале, который на нашем рынке присутствует. И этот темп, он, конечно же, будет ускоряться. Я вам хочу сказать, вот забегая в эту тему видения, что мы расскажем всему СНГ за следующие 10-15 лет. Нам не потребуется 40 лет для того, чтобы рассказать 100% людей. Нет, мы топ-компания, мы компания, которая может претендовать также на топовость не только в Европе, но и в СНГ. Если наша компания смогла стать там номер один, то и здесь наша компания имеет для этого все возможности. Все в наших руках, все в руках тех лидеров, которые развивают бизнес. В ваших конкретно руках. Собираетесь ли вы вместе с нами стать лидером? И собираетесь ли вы вместе с нами разделить этот огромный пирог? Если вы посмотрите на наш рынок, я чуть позже приведу еще кое-какие цифры, но вот прямо сейчас я хотел бы вам показать, да? Некий такой итог, растет больше 30 лет и станет лидером на территории СНГ. Вот то, что я вам сейчас показывал. Так вот, оборот индустрии прямых продаж в СНГ более 4 миллиардов. Так, чтобы вы понимали, что это не какая-то маленькая индустрия с бабушками, которые бегают сумками и продают какие-то продукты, потому что раньше я об этой индустрии думал так. И многие мои друзья до встречи со мной думали так. И многие наши лидеры до встречи с ЛР думали так. Это огромная индустрия. Но самое удивительное, что 3 миллиарда 75-80% оборотов. Из этих 4 миллиардов делает всего лишь 4 компании. Всего лишь 4 компании – это топ-компании. И наша компания, все эти 4 компании обыгрывает на европейском рынке. И здесь она тоже войдет в этот список 5 крупнейших компаний. И, скорее всего, займет свое лидирующее, полагающееся место. Я в это верю, потому что если это произошло на одном рынке, где у нас есть страны, такие как Греция, Чехия, Болгария, Словакия, с тем же уровнем жизни, там компания стала номер один за 10, 15, 20 лет развития своего бизнеса, то и здесь наша компания тоже это может сделать. Вы развиваете бизнес не просто в крупной, не просто постоянно растущей компании. Вы развиваете бизнес в компании лидера на территории Европы и будущего лидера на территории СНГ. Это важно понимать, что большую часть компаний люди не узнают никогда. Компании, которые существуют на нашем рынке, их несколько тысяч. А было еще больше. И эти компании исчезли 90%. И люди о них никогда не узнали и не знали. Знало, может быть, максимум какое-то внутреннее такое сообщество
сетевиков. Сейчас появляется такое количество компаний. Вы знаете, я даже, меня партнеры спрашивают, а вот что ты думаешь об этой компании, а как вот нам отвечать по поводу этой? Я даже не успеваю замечать, как эти компании приходят и уходят, приходят и уходят. Есть всего лишь 4-5 компаний, которые делают реальные 80% товарооборота. Еще примерно 15 компаний, которые делают оставшиеся 15%, и за 5% борется еще несколько тысяч мелких компаний. Это не наше место, мы уже это показали, потому что за первые 5 лет мы вошли в список первых 10 MLM-компаний по товарообороту в СНГ. 10 компаний, и в России в частности. Теперь я хотел бы вам рассказать о том, какое направление, на чем будет сосредоточена компания LR. У компании LR очень много продуктов. Очень много продуктов. Ты открываешь каталог и порой путаешься, в каких же направлениях компания LR будет развиваться. Это три направления. Запомните это. И сделайте ставку на эти направления. Первое направление – это продукты здоровья, такие как ProBalance, MindMaster, такие продукты, как FigureActive, наши линии для коррекции веса. Это все наши продукты здоровья. И, конечно же, это продукт Aloe Vera Gel. Вот это одно большое направление. И это одно большое направление составит семейство продуктов. Получит один бренд, как говорит Патрик Сосман. Получит одно направление, один единый стандарт, один единый вид и одну систему продвижения. Вторая линия продукции – это алоэ вера по уходу. Кстати, вот на сегодняшний день мы вроде бы очень много говорим, там, например, о декоративной косметике, но я вам хочу сказать, что декоративная косметика в странах СНГ и в мире делает не больше 9%. А сколько же делает алоэ вера по уходу? Алоэ вера по уходу делает больше 30%. Если вы просуммируете колоссальное количество линий, таких, например, как Microsilver, Deluxe, вы просуммируете абсолютно, ну вот все те мелкие линии, которые есть в каталоге, но они занимают 80% места. Они не сравнятся по товарообороту с линией Aloe Vera. И именно поэтому мы говорим о том, что тестирование продуктов Aloe Vera – это тот бренд, который не требует раскрутки. Это тот бренд, который работает, и это то качество, которое люди выбирают для себя, для близких, заботясь о своей коже. Итак, второе большое направление – это Aloe Vera. И третье направление – это тоже Zeitgard. Но если в первом случае я говорил о продуктах здоровья, молодости, долголетия и красоты через вот наши продукты внутреннего потребления, то здесь идет о Zeitgard, уходе за кожей лица. И вы знаете, что это наши приборы, и вы знаете о том, что это наши крема. Теперь давайте с вами посмотрим, что же с остальными линиями. Три остальные линии, ну там три столпа, да, компания для себя обозначила. И вот вы увидите годы, как это все перестроится, даже не годы, ближайшие месяцы. Есть эмоциональные, да, продукты, на которых можно строить эмоциональный бизнес. Например, наша парфюмерия или наша декоративная косметика. Она никуда не уйдет. Но она все-таки не будет для нас флагманом-информатором. Следующее направление – это линии для специалистов. Как пример, это микросильвер. Да? Это не очень продаваемая линия, но кому-то она нужна, она решает мелкие проблемы, и кому-то она нравится. Пожалуйста. Вот есть, но она не будет занимать ключевого места, и мы не будем сосредотачиваться на продажах этой линии, или мы не будем сосредотачиваться на том, чтобы стать экспертами. Ну, кто является экспертом, пожалуйста. И следующее – это сезонное. Ну, перед Новым годом или вот летняя серия Aloe Vera, как на этом слайде. Итак, среди многообразия продуктов сейчас компания будет делать ставку на тех продуктах, которые реально являются флагманами, они нам интересны, и вы это будете чувствовать, видеть. И это позволит нам совершить еще больший, еще лучший прорыв в нашем бизнесе. Что еще позволит нам совершить прорыв в ближайшие годы? Это единый стиль бренда LR, который сейчас реализуется в продукции компании. Пример – косметика по уходу за кожей лица. Это разная ценовая категория,
Вы увидите, как сюда войдет, например, линия росин. Она тоже получит вот такой красивый внешний вид, но при этом будет очень доступной по цене. Вы увидите очень дорогую косметику, например, насколько я знаю, Серакс, да, она называется. Но при этом, и вы уже сейчас, кстати, видите некоторые компоненты Серакса, и при этом это очень схожий дизайн. Вы просто будете видеть и ассоциировать, а это LR. Вы также будете сталкиваться с тем, что компания, создавая свой бренд, проведет на нашем рынке хорошую работу, в которой наши с вами дистрибьюторы через 5 лет, через 7, через 10 лет, неважно, когда это произойдет, это обязательно произойдет, эта работа, в которой компания сейчас будет двигаться и двигается. Вы будете приходить к человеку, вы будете ему показывать продукт, он уже вполне возможно визуально будет понимать, когда вы показываете человеку iPhone, он понимает, что это Apple, когда вы достаете компьютер от Apple, MacBook или Mac Air, человек понимает, что это Apple. И вот здесь то же самое. Ну, он будет говорить, я давно хотел узнать об LR. И спасибо, что вы мне сейчас собираетесь об этом рассказать. Вот к чему идет компания, когда она создает один общий бренд. И когда вы можете узнавать эту продукцию. Это то, когда клиенты уже видят не много разных в разной упаковке какие-то продукты разрозненные. Это то, когда есть единый стандарт, единая линия и единый ассоциирующийся ряд. Итак, вот в этих трех больших направлениях, о которых я сказал, все будет в едином стандарте, все будет понятно. И все эти новые продукты, например, мы говорим, например, о фильтре для очистки воды, он тоже будет похож на CiteGuard, он тоже будет похож на нашу линию, и все будут прекрасно понимать вообще, кто это делает и что. Но этот единый стиль, он будет реализоваться повсюду. И в наших инструментах, которые компания будет создавать, и в наших материалах разнообразных, которые будут описывать наши продукты, либо наш бизнес. Партнеру будет достаточно взглянуть на материал, и он будет видеть, что это материал от компании LR. И эта ассоциация, она будет работать у наших клиентов, у наших кандидатов, у наших партнеров. И это профессионализм будущего компании на миллиард долларов. И это профессионализм настоящего компании LR. Конечно же, наша компания является очень большим инноватором. И вы это видите в двух новых приборах, которые появились. Приборов будет становиться больше. И все-таки я хотел бы вам вот еще раз напомнить третьей линии. Это серия Aloe Vera. И мы будем развиваться через концепцию тестирования, которую во Франции и в России, по сути, параллельно разработали. И это станет единым концептом продаж для стран во всем мире. И компания по всему миру будет через тестирование образцов, через создание специальной серии, через создание специальных инструментов, будет продвигать это направление. Но мы с вами пионеры, мы с вами уже это делаем, поэтому если хотите двигаться вместе с компанией, вот эту концепцию тестирования оставляйте. Следующее, CiteGuard. И, конечно же, в CiteGuard мы можем показывать видео, мы можем проводить мастер-классы, мы можем точно так же тестировать. И будет единая концепция продаж для этой линии CiteGuard. Она и сейчас уже есть, мы уже понимаем, как это работает, мы понимаем, как в этом направлении двигаться, но это тоже будет совершенствоваться. И третье, это инструменты по продукции для здорового образа жизни, для долголетия, красоты, для внешнего вида. И я вам хочу сказать, что будут очень простые инструменты, как мастер-классы. Мастер-классы мы сейчас с вами основали клуб 100, и мы тоже являемся, ну почему мы основали клуб 100 и почему мы сейчас будем проводить мастер-классы по долголетию? Ну абсолютно понятно, потому что в этом направлении будет двигаться компания, и зачем нам это начинать через год делать, через полтора, если мы уже сейчас можем двигаться в этом направлении. И естественно наши структуры в СНГ, в Казахстане, в России, в Украине, они тоже будут способствовать тому, чтобы мы разрабатывали вместе с лидерами и других групп, какие материалы они у нас были. Но вы видите здесь планшет, вы видите планшет, и вы можете догадываться, что не только через мастер-класс мы можем человеку дать консультацию, но и с помощью программного обеспечения мы можем помочь человеку, ответив на вопросы, понять, а какие же продукты могут, например, решить ему проблему со сном. А какие продукты могут помочь этому человеку скорректировать вес и прописать ему индивидуальную программу и составить ему план питания.
тут же, прямо на компьютере, который подходит ему, который подходит его образу жизни, который подходит, может быть, у человека много стресса, а может, у него сидячий образ жизни, а может быть, у этого человека, наоборот, очень большая двигательная активность, а может, он занимается спортом, и ему нужны наши продукты новые, да, вы видели наш новый продукт, который дополняет питьевой гель Aloe Vera Freedom. Это капсулы Freedom, и этот человек занимается бегом или активно, ему эти капсулы нужны, потому что суставы нужно держать крепкими и поддерживать их работу, особенно с возрастом, и так далее. И вы четко должны понимать, что для всех наших ключевых брендов будут созданы стандартизированные концепции продаж. Они уже сейчас создаются, вы этого не видите. Огромный пласт работы, который идет внутри компании. Но вы можете уже сейчас пользоваться, как и пользуются сейчас партнеры компании LR в странах СНГ, наши наработки, как Тестпак, или то, что компания в мире проводит SiteGuard, или то, что компания сделает в ближайшее время, не ждите появления программного обеспечения. Поэтому это очень серьезное большое будущее. Вы не должны думать, что кто-то сейчас сидит и ждет, что дистрибьюторы сами все сделают. Нет. Есть такой орган, как Всемирный лидерский комитет, который работает. И поверьте мне, как человек, который знает на 2 года вперед, что будет, я вам гарантирую, все те вещи, о которых я вам сейчас рассказал, будут реализованы гораздо раньше, чем вот этот уровень, этот горизонт в 2 года. И вы получите эту конфетку, вы получите эти инструменты для развития бизнеса. Ну, мы говорим также о настоящем, что, например, появится сейчас возможность оплачивать заказы в нашем интернет-магазине. Это первый шаг такой клиентской, клиентообразующей концепции, когда наши клиенты смогут заходить на наши сайты, заказывать продукты с доставкой на дом. И сейчас это реализуется в России, на пространстве Армении, на пространстве Белоруссии, вот этот вот единый рынок стран таможенного союза. В Казахстане, мы надеемся, в ближайшее время будет этот проект реализован. И, естественно, в Украине. И вот, пользуясь случаем, сейчас я так эмоционален, когда думаю о нашем будущем, о том, что нас ждет, потому что я прекрасно понимаю, что многие из вас, к сожалению, забывают это в процессе развития бизнеса. А вспоминать и помнить, о чего вы можете лишиться, если вы сейчас бросите эту возможность. Да? И об этом стоит помнить. И именно люди с большим видением, люди, которые это помнят, эти люди и достигают успеха. Почему Хольгер Кунац спустя 25 лет сейчас каждый месяц зарабатывает несколько сот тысяч евро? Да? Почему этот человек зарабатывает, ну, по сути, несколько десятков миллионов рублей каждый месяц? Потому что у этого человека когда-то было большое видение, и это он видение держал каждый день. И каждый раз, когда он действовал, даже если у него возникали проблемы, он продолжал действовать. Он продолжал работать. Ну а теперь давайте с вами также вспомним о том, что наша компания является и будет являться инновационной. Этот курс будет сохранен на будущее. Да, наша продукция всегда являлась инновационной, но посмотрите, что за последние годы сделала наша компания. Например, это такой фантастический продукт, как MindMaster. Это эликсир молодости, это эликсир жизни. Если вы до сих пор не используете этот продукт каждый день, я вам хочу сказать, что вы подвергаете свой организм той мясорубке из тех факторов стресса, нездорового порой питания, образа жизни, который внешне идет, того воздуха, которым вы дышите, той воды, которую пьете и так далее. Все это, к сожалению, наш организм делает не таким долговечным. И такой продукт, как MindMaster, он позволяет нам сегодня чувствовать себя хорошо, спать более глубоко. Этот продукт позволяет нам быть более бодрым, быть более сконцентрированным. А что еще для бизнеса вам нужно? Я знаю людей, которые, к сожалению, после 3 звонков уже начинают заедать свой стресс бутербродами, у них открывается жор. Я знаю партнеров, которые проведут 2 встречи, и у них уже руки болтаются, у них нет просто никакой энергии, они устают. Я знаю людей, которые сидят на мероприятиях, начинают засыпать через 1,5 часа после начала, или их мозг просто уже не способен обучаться, он выключается. Всем этим людям и вам, вне зависимости от того, испытываете вы эти симптомы или нет, нужен такой продукт, как MindMaster. Или посмотрите на сайт GAR.
И как я вам сказал, наша компания будет и в дальнейшем тоже развивать эту линию. Сейчас ЛР СНГ занимает 6-е место в рейтинге наших 28 стран, 30 стран, в которых компания развивает бизнес. Да, ну, 28, мы говорим 30, потому что у нас есть несколько стран, которые будут открываться, конечно же, в СНГ, но сейчас они работают через рынок России. Через 4 года, об этом сказал руководитель, главный руководитель, фактически человек, который управляет нашей компанией, именно когда мы говорим о стратегии развития продаж, когда мы говорим о маркетинге, это Патрик Сосман. И он нам об этом сказал совсем, да, что рынок СНГ, Россия как, ну, естественно, самый большой рынок, Украина как второй рынок. Конечно же, Белоруссия, Казахстан как рынки по населению. Третий, четвертый, Казахстан вообще по бизнес-инициативе, это один из лидеров. И, конечно же, все остальные рынки, которые здесь открыты, будут открываться, как Киргизия, как Армения. Мы все вместе будем номер один. Почему? Да потому что, если вы возьмете товарооборот индустрии прямых продаж в СНГ, вы поймете, что товарооборот в СНГ, он больше, чем в Германии, больше, чем в Турции, во Франции, в Чехии, в Греции, в любой стране и даже в большинстве стран вместе взятых. Именно поэтому мы с вами здесь говорим о том, что наша компания будет большим лидером. Теперь я хотел поговорить о вас. А что с вашим будущим? Вот конкретно вы, тот человек, который сидит сейчас на вашем месте. Что? Да, ЛР будет развиваться. Да, у ЛР все будет хорошо. Да, ЛР росло 30 лет и будет расти. Да, у ЛР сейчас самые талантливые руководители и люди, которые определяют стратегию. Да, эти люди выведут компанию в компанию, которая делает миллиард долларов. Да, эти компании, эти люди увеличивают оборот компании. И да, вы видите, к каким рекордам они приводят компанию. И да, то, как компания построила свою работу в России, в странах СНГ это сработало. Но ваше личное будущее, оно такое, как у меня, например, вот на картинке, которую вы видите слева, это я 96 килограмм, я весил и больше. Вот 96 килограмм, посмотрите просто на талию. Я вам хочу сказать, что я знаю многих людей, у которых такое. У меня это было настоящее в 30 с хвостиком. Но у вас может быть такое будущее. У вас тоже может быть сейчас такое настоящее. Вопрос в том, что вот, например, когда я пришел в ЛР, и я уже был 2 года дистрибьютором, я весил 82 килограмма. И я выглядел так, как я выглядел. Это, знаете, я вам могу так сказать, что это был такой мешочек. Вкусный, дорогой мешочек, но это был мешочек. Вот это не было тело здорового человека все равно. Рыхлое такое было тело. И сейчас, после появления линии Slim Active, Фигу Актив, после того, как мы начали пользоваться продуктами здоровья очень активно в семье, я вам могу сказать, что я и совершенно по-другому себя чувствую. Я в 30 лет даже не мог себе представить, чтобы пробежать там, я не знаю, 5 километров. А когда мне было 37 лет, вот вторая фотография, я даже не мог себе представить, как там пробежать 10 километров. Сейчас я могу пробежать хоть 50. Потому что я знаю, меня поддерживают наши продукты и здоровый образ жизни, который я веду вместе с той концепцией, которая есть в ЛР. Вопрос в том, что будет с вами? Какое будущее будет у вас? Я хотел бы предложить вам сейчас создавать свое будущее, потому что витрина нашей продукции – это не тот Starbucks, который вы приносите. Истинная витрина – это вы. Витрина нашей продукции – это не просто сайдгард, которым вы водите по лицу человеку, который сидит напротив вас. Это наша с вами морда лица, это наше лицо и как оно выглядит. Истинная витрина – это наша кожа, то, что мы едим, то, как мы питаемся, то, как она выглядит, то, как вы выглядите и то, как вы можете себя привести в порядок. Начинайте с того, что вы можете изменить свой организм и улучшить свое состояние. Да? И вот посмотрите. Первое, что я вам рекомендую, использовать наш набор Anti-Age. Это тот набор, который доступен во всех странах. Это набор, который включает в себя все продукты, с помощью которых вы сможете очистить свой организм, очищать каждую неделю, каждый месяц. Вы сможете запитывать свой организм, и вы сможете защищать свой организм. И вы можете продлить жизнь своему организму. Да? Второй большой набор, это, конечно, Body Mission 28 дней.
Если у вас точно так же, как у меня, проблемы с весом, я очень быстро могу набрать вес, если я не контролирую свое питание, то начинайте контролировать свое питание. Поэтому, друзья, сейчас вот все, кто что-то пишет в чате, перестаньте заниматься ерундой. Я вам предлагаю принять решение, шаг за шагом менять свою жизнь. Мы организовали клуб 100, будьте в курсе, подпишитесь на наш паблик ВКонтакте, в Фейсбуке, получайте сообщения от клуба 100, организуйте работу клуба 100 у себя в городе. Ну и самое главное, то, что сейчас происходит в системе 21 в этом направлении, это ваше новое тело за 12 недель. Хватит болтать. Докажите всем людям вокруг в том, что у вас есть пресс, в том, что у вас он может быть, у вас появится пресс в кармане, пресс денег. Измените свое тело, станьте витриной продукта, и вы измените свою жизнь. Если вы уже выглядите хорошо, если вы молоды, сохраняйте это. С каждым годом это будет важно. Я вам только что показывал, как я выглядел в 30 лет. Это было очень ужасно. Я сейчас смотрю, мне стыдно за то, как я выглядел. И вы знаете, мне было в тот момент все равно, как я выглядел. Потому что я не задумывался о том, как будут жить и выглядеть мои дети. Я не задумывался о том, что мой организм начнет барахлить, и я умру на 15, 20, может быть, 30 лет раньше, чем это можно. Я не думал о том, чтобы очищать свой организм, чтобы он работал больше или запитывать правильно. Я жрал все то, что мне нравилось. Все, что было вкусно, все, что пахло вкусно, все, где было много сахара, хлеба, все, где было много жира. И к чему это привело? К тому, что в 30 лет у меня отказала спина. Не допускайте этого. Не допускайте. Показывайте своим ровесникам, людям старше, младше, тот путь, которым вы можете пройти. Прямо сейчас я хочу бросить вызов каждому из вас. Каждый сейчас из вас имеет в своем окружении родственников, друзей, знакомых, к которому он может прийти и сказать, а у нас есть кубок, body mission, у нас есть этот вызов. И ты можешь заработать 50 тысяч рублей, создав свою историю за 12 недель. Все подробности, регистрация, фиксация ваших фотографий и результатов, кубок 21 и 10 других еще призовых мест. И другие призы, например, ужин с Хольгером Кунатом или коучинг от топ-лидеров компании. Все это тоже получат те люди, которые сейчас нам создадут эти истории успеха. Эти истории успеха будут кормить вас всю жизнь. Эти истории успеха дадут вам клиентов, кандидатов. Эти истории успеха дадут вам потрясающие знакомства. Эти истории успеха предоставят вам шанс жить дольше, быть здоровым и вместе с ЛР построить свою финансовую стабильность и большую жизнь именно человека, который меняет. Теперь давайте поговорим с вами о деньгах. Ваша история в деньгах. Я с 20 до 35 лет по-разному старался зарабатывать деньги. Я пробовал и мелкие сетевые компании, я поменял 10 компаний в своем традиционном бизнесе, и все то, что было у меня за эти 15 лет, это выживание. Вы спросите меня, почему? Я вам отвечу. Потому что чаще всего те индустрии, в которых я работал, развивал бизнес, это были не топ-индустрии, они не удваивались, не увеличивались. Чаще всего я не выбирал себе очень сильных, надежных партнеров, как ЛР. Чаще всего я не находился в компании в тренде роста. И чаще всего мне приходилось придумывать велосипеды. Придя в ЛР, я забыл всю эту ерунду. В течение 5 лет, вот может быть реализовал тот опыт, который был у меня в течение 15 лет. Здесь я нашел проверенный механизм, партнеров, людей, руководство, которое держит слово. Я нашел людей, которые имеют очень большие амбиции, людей, которые каждый месяц платят деньги, людей, которые подарили нам этот прекрасный бренд, который они создавали десятилетия, людей, которые подарили эту безупречную историю, немецкое качество. Подарили нам эту гарантию и подарили нам вот то самое безупречное качество и вообще ту безупречность, которую создавала компания ЛР. Когда я думаю о будущем компании ЛР, мне становится страшно за тех людей, которые его не видят и которые по своей глупости, которые по глупости того, что они никогда, может быть, раньше не занимались бизнесом, идут сейчас и ищут что-нибудь полегче, попроще. Друзья, путь к преуспеванию всегда лежит через труд. И за эти 5 лет, ну не легче мне дались результаты.
Просто они стали намного больше. Я точно так же пахал, как и предыдущие 15 лет. Большую часть этого времени я очень много работал над собой и очень много работал в своем бизнесе, старался дать лучшее нашим партнерам, вам, дорогие партнеры, лидеры, которых я очень люблю, и нашим партнерам параллельных групп, которых я тоже очень люблю. И я вам хочу сказать, что при этом CLR я вижу реализацию этого потенциала. Сейчас ко мне приходят и приходили на протяжении 5 лет и 15 лет до этого люди, которые предлагают какие-то красивые маркетинг-планы. Они там в 2 раза больше выплат, чем в LR. Ребята, это все фикция. Это все пустой пузырь, когда это не подкреплено классными первоклассными продуктами. С другой стороны, кто-то приходит, показывает классные первоклассные продукты, которые никому не нужны, у которых нет качества, которые производятся где-то под Новосибирском, в столовой, в лаборатории, не знаю, на заводе. Я не вижу никакого большого, огромного будущего в СНГ. Есть только всего лишь несколько топ-компаний. И компания LR – это топ-компания. И своими результатами в LR я вам это тоже доказываю. Мы сейчас получили все то, о чем мечтали, и живем так, как мы мечтали. И я вам хочу сказать, что у вас тоже есть шанс все это получить. Теперь давайте с вами ответим на вопрос. Вот я вам рассказал о будущем, и, ребята, ваше будущее в ваших руках. Что же вам делать для того, чтобы получить это будущее? Первое. У нас есть 3 золотых правила. Не нужно ничего придумать. 3 проверенных действия. Пользоваться продукцией — правило номер 1. У вас есть возможность жить, как большинство людей вокруг. Вредные привычки, обжорство, переедание, пассивный образ жизни. Сели в автомобиль, доехали на работу. Там посидели, зашли в столовую, 3 шага сделали. Там посидели, вернулись, доехали на общественном транспорте либо на машине обратно. Сели у телевизора, посмотрели, легли спать, утром то же самое. День сурка, день пассивного такого хомяка. Следующее – стрессы. Потому что мы не идем к своей мечте таким образом в жизни. А когда мы не идем к своей мечте, когда у нас нет денег, чтобы дать их близким, когда у нас нет денег, чтобы купить то, что мы хотим, когда мы не путешествуем, когда мы не удовлетворяем свои потребности, когда мы не даем близким, мы находимся в постоянном стрессе. А дальше мы жрем, а дальше мы бухаем, а дальше мы курим. Простите, люди с... Что-то меня понесло, девушки. Если я говорю какие-то неприличные слова, простите мне, пожалуйста. Очень я эмоционален, когда смотрю на это все. И мне противно, потому что и моя жизнь когда-то была именно такой. Но есть другой путь. Остановить эти процессы старения. Не идти вслед за толпой, вот вперед к смерти, к прыжку раньше, чем это возможно. А вести здоровый образ жизни, здоровый, иметь время для своей семьи, иметь время для своего здоровья, для хобби, для путешествий. Все это можно получить с ЛР через трудолюбие, через ежедневные действия. И, конечно, дай Бог, чтобы вы поставили себе цель, разумную цель, дать здоровье каждому своему близкому. Используйте вот этот набор антиэйдж для себя и для своих близких. Если вы начинаете зарабатывать деньги в ЛР и тратите на шматье, а не на то, что вас украшает внутри, я вам могу сказать по своему опыту, поступаете вы глупо. Глупо поступаете, хотя и внешний вид тоже важен. Следующее. Посещать мероприятия. Обучаться, развиваться. Делать все, что необходимо для того, чтобы вы становились профессиональными. Здоровый бизнес – это профессионализм. Нет места никаким экспериментам. Если вы пришли в ЛР, ребят, перестаньте писать какую-то вот сейчас вот ерунду в чате. Обратитесь к своим спонсорам по каким-то вопросам. Вот перестаньте сейчас отвлекать себя и других людей. Вы сейчас занимаетесь как раз этими экспериментами. Становитесь профессиональными. Профессиональнее — это взять сейчас ручку, тетрадь, сидеть, записывать. Я это делаю постоянно и делал это многие годы. Здоровый бизнес — это профессионализм. Ничего здесь не придумывайте. Станете серебряным лидером организации — мы позовем вас в клуб, придумывайте. Станете лидером организации — вы посоветуете серебряными лидерами организации и будете придумывать вместе. И тогда мы с вами реализуем ваши фантазии. Но чаще всего люди, у которых есть эти фантазии, они не достигают никаких уровней в нашем бизнесе. Потому что они всегда ищут золотой ключик и волшебный способ, как, ничего не делая, преуспеть в нашем бизнесе. Этого не существует. Вот вам 3 правила, 3 направления, в которых надо развиваться. 3. Рассказывать людям об ЛР. Каждый день рассказывать людям об ЛР. Хотите преуспеть в нашем бизнесе, стать лидером? Вот вам волшебная формула, которую я несу на наших
соревнованиях в разных частях света. 1200 звонков, 400 встреч, 40 партнеров. Сделайте это за год. Сделайте это за год. Сделайте год, который изменит вашу жизнь. Год, который разобьет пух и прах все ваши комплексы. Год, который заставит вас понять, что ваши дети смотрят на вас. Если вы ленитесь делать 3 звонка, 4 звонка в день, 2 звонка в день, ленитесь тестировать продукцию, получать новые рекомендации или делать холодные контакты или каким-то другим способом, то они будут повторять вас и будут делать то же самое. Если вам страшно, то побойтесь, пожалуйста, за свое будущее. Что, может быть, вы сейчас сидите и думаете, что набор антиэйдж дорогой, и я не могу его купить своим детям, родителям, либо себе. Перестаньте заниматься ерундой. Возьмите свою жизнь под контроль. Ваше будущее в ваших руках. У ЛР будущее есть. У лидеров ЛР тоже есть будущее. У вас. Какое будущее у вас? 1200 звонков, 400 встреч, 40 партнеров. Именно число презентаций, оно и помогает преуспеть в нашем бизнесе. Да, я сегодня жесткий. Да, вот такой вот. И я вам хотел показать, что в какой-то момент жизни у меня появлялись люди, которые где-то со мной говорили откровенно и жестко. Да, большая часть людей, которые сегодня подключились, это люди, которые хотят преуспеть. Но, к сожалению, вот это желание, оно заканчивается, как только начинаются первые действия и первые неудачи. Неудача – нормальная часть процесса. Неудача – это нормальная часть любого формирования, любого лидера и любого человека, который преуспел. Большая часть тех вещей, которые я делал, не заканчивались успехом. Большая часть людей, которым я предлагал ЛР, отказывали мне. Но в первый год мне удалось подключить 100 человек лишь потому, что 800 человек узнали от меня об этом бизнесе. 400 человек сделайте, накормите их информацией о бизнесе ЛР. И вы увидите людей, которые с вами стартуют. Не нужно оправдывать отсутствие результатов в своем бизнесе тем, что что-то не получается ни для вас или компании ЛР, какая-то неинтересная. Ставьте в этот список оправданий единственную фамилию, единственное имя, свою фамилию, свое имя. Никогда не оправдывайте отсутствие результатов чьими-либо действиями, или бездействиями, либо еще что-то. Ну а теперь я хотел бы вам сказать, что у каждого из вас сейчас может быть большой прорыв в бизнесе. Это специальное соревнование для партнеров, которые хотят стать младшими лидерами группы. Станьте этим летом младшим лидером группы. Подтвердите. Отправляйтесь вместе с нами, отправляйтесь вместе с другими лидерами из стран СНГ в ЛР, в нашу штаб-квартиру. Посмотрите, как это выглядело. Посмотрите, как эта компания работает. Посмотрите, что эта компания дает. И посмотрите, что ваше будущее с этой компанией обеспечено. Итак, я хотел бы подвести итог вот этой нашей сегодня темы. Да? Первое. Если вы сейчас зарабатываете деньги исключительно наемным трудом, то есть вы ходите на работу, работаете и получаете деньги. То есть вы получаете деньги за то время и силы, которые отдаете. Знаете, в какой-то момент жизнь вас высадит на остановке, которая называется пенсия, и там денег совсем нет, там живется очень плохо. Задумайтесь о том, что вам нужно создавать свой бизнес. И дальше. Второе. Если вы сейчас решили создавать свой бизнес или иметь свой бизнес, я как человек, который создавал 10 компаний, знаю людей, которые создавали десятки компаний. Большая часть людей никогда не создадут тех компаний, которые смогут передать детям. Просто потому, что 9 компаний из 10, они разоряются в первые же 10 лет. А какой передачу по наследству идет речь? И в первом же поколении чаще всего люди этот бизнес разбазаривают, либо его крадут при передаче. И вы знаете, что вы можете инвестировать себя в тот бизнес, который сможете передать детям. Второе. ЛР – это компания, которая помогла уже сотням тысяч людей. У нас много миллионеров с компанией ЛР, много людей, которые достигли финансовой свободы, много людей, которые через действия, а не через безделие и страхи смогли преуспеть. Третье. ЛР – это компания, которая помогла. Да что такое? Одно и то же написано. Господи, простите меня. Третье. ЛР – это надежный партнер, гарант качества жизни и благосостояния для лояльных и трудолюбивых людей. Чего я вам и желаю, дорогие друзья. Надеюсь, что-то полезное вы для себя взяли. Всего вам самого лучшего. Простите меня за горячность. Но за будущего каждого из вас готов бороться, кричать, говорить вам даже неприятные вещи. А приятные хочу вам сказать. Мы с вами очень классно поработали предыдущие годы, кто-то месяцы. И сейчас у нас есть все
для того, чтобы написать великую историю людей, которые привели к лучшему качеству свою семью, семьи своих друзей, семьи тех людей, которые живут в наших городах и в нашей стране. И через вот эту концепцию мы принесем большее качество жизни, свою жизнь, жизнь многих людей, которые нас окружают. Обнимаю, всего хорошего, и через 10 минут мы встретимся с нашими младшими менеджерами и лидерами на нашей академии. Становитесь младшими менеджерами, посещайте закрытые, супер классные школы, которые проводят наши топ-лидеры. Спасибо.